Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Триває ефір громадської приймальні. Незмінно о цій порі, о 15:15, ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Леонід Антоненко. Пане Леоніде, рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу. Глядачі наші. Так, одразу запрошуємо долучатися до розмови наших глядачів. Прошу, 223-0971, Голосіївський район. Сьогодні ми запрошуємо вас обов'язково долучатися до нашої розмови, тому що округ номер 3 – це традиційно та частина міста, якою опікується пан Леонід. Ми, звичайно, ми запрошуємо традиційно всіх жителів Голосіївського району, тому що досить давно вже ми не говорили профільно про цю частину міста. І також я хочу наголосити на тому, що пан Леонід, він є представником профільної комісії Київської міської ради. Я нагадаю, він є головою постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож сьогодні ми будемо обов'язково говорити про комунальну власність міста, про ефективність управління комунальною власністю. Будь ласка, долучайтеся, ми вже чекаємо ваших запитань, вже чекаємо ваших дзвінків. Пане Леоніде, на початку я хочу, щоб ви нагадали, куди і коли можна до вас звертатися з запитаннями нашим глядачам. Прошу. Моя депутатська приймальня працює за адресою Пушкінська, 32, на сайті «Самопомічі». Є телефони і більш детальна інформація. Там з 10 до 18, навіть до 19 години, два або три моїх помічники завжди присутні. Обов'язково є прийом. Так. Я вам дуже дякую. Ви впродовж ефіру традиційно зможете бачити адресу приймальні депутата, а також номер телефону приймальні депутата на ваших екранах. Я ще раз нагадаю, це вулиця Пушкінська, 32А, 338-58-78. Це номер телефону приймальні. Будь ласка, якщо є запитання, ви можете вже безпосередньо звертатися і туди. Пане Леоніде, у вас я хочу запитати. Ви традиційно, звісно, займаєтеся такими більш менеджерськими питаннями міста, однак я переконана, що кияни зверталися до вас і як до депутата саме профільного Голосіївського району впродовж цього часу. Чи зверталися до вас з питаннями платіжок і тарифів цієї зими? Ні, з цих питань не зверталися. Взагалі? У нас на фракції є депутати, які профільно займаються цими питаннями, і вони опрацьовують ці питання. От ми коли спілкувалися з депутатами з вашої фракції, які дійсно профільно займаються цими моментами, досить часто, ну і взагалі досить часто ми з іншими депутатами піднімаємо питання роботи Київенерго. Зі 120 депутатів Київської міської ради можна на пальцях однієї руки перерахувати депутатів, які дійсно задоволені роботою Київенерго, тому що досить багато нарікань з різних точок зору. І, звичайно, всі говорять про те, що вже наприкінці року буде завершуватися договір оренди, якимось чином буде там тепломережі передаватися, буде чи у комунальну власність, чи якимось чином вирішуватися питання. Розкажіть, на вашу точку зору, яким чином можна було б ефективно вирішити цю проблему? Смотрите, діяльністю монополіста завжди будуть недовольні. Будет это монополист частный, коммунальный, либо еще какой-то, который, возможно, мы привлечем на место Киевэнерго. Это всегда будут проблемы, потому что монополист не очень-то беспокоится об интересах своих потребителей, потому что у потребителя нет альтернативы. С другой стороны, разница между частным оператором монопольных рынков и государственным оператором монопольных рынков, она существует. Или коммунальном в данном случае. На мой взгляд, эта разница не в пользу коммунального или государственного оператора, просто потому что частный собственник, он в состоянии более эффективно организовать работу своей компании. Разумеется, эта эффективность должна ощущаться людьми в их конкретной жизни. То есть, когда на их запрос, на их жалобу, на их предложение оперативно реагируют, когда чувство удовлетворения от работы ощущается у потребителей. Но это один из критериев. И, как я вам уже сказал, потребитель будет по большей части в Украине недоволен работой монополиста. С другой стороны, есть другие критерии. Вот мы, например, взяли и подсчитали, и обнаружили, что за время действия того договора, который истекает в этом году, по этому договору киевский бюджет получил в два раза больше, чем от всех коммунальных предприятий вместе взятых за тот же самый период деятельности в качестве 50% той прибыли, которую они должны отчислять в местный бюджет. В данном случае по условиям этого конституционного договора с Киевэнерго отчисления составляли 10%. И вот эти 10% от прибыли превысили от одной компании, от одного договора, от одного Киевэнерго, превысили все то, что мы получали от всех остальных компаний вместе взятых, а их тысячи.
коммунальных предприятий, якими ныне опекуется. Совершенно верно. Условиями конституционного договора предусматривается, что когда есть прибыль, то 10% этой прибыли положено нам. Когда прибыли нет, то мы получаем фиксированный платеж в размере 2 миллионов гривен. И мы не тратим никаких денег из бюджета местного для того, чтобы ликвидировать убытки, покрывать убытки, поддерживать такую компанию. Этим занимается его акционер этой компании. Сейчас компания вошла в полосу глубоких убытков. Кроме того, договором этим предусматривается, что мы должны возместить порядка 700 миллионов гривен из бюджета тех средств, которые концессионер вложил в улучшение объектов, имущества, полученных по договору. Так. Они подсчитали, пришли к выводу, к цифре 700 с лишним миллионов гривен. Это те суммы, которые мы должны будем заплатить Киевэнерго, вернее, ее акционеру, когда этот договор будет расторгнут. То есть мы получим убыточную компанию, и эти убытки мы должны будем уже компенсировать за счет средств местного бюджета. Мы получим обязанность перечислить 700 миллионов гривен из местного бюджета, и мы получим, неприспособленную, по сути дела, коммунальную компанию, которая должна будет с места в карьер взяться управлять таким большим хозяйством без соответствующего опыта. И мы получим компанию, в которой не будет создан независимый наблюдательный совет, потому что депутаты Киевского совета одной рукой одобрили эту реформу управления коммунальными предприятиями и сказали о том, что нам необходимо там создавать наблюдательные советы. А с другой стороны, когда мы предложили конкретные проекты решения воплощения этой реформы, они от этого решения отказались. И депутаты фракции «Солидарность» дали всего 6 голосов. Решение не прошло. То есть у этой компании будет единоличный менеджер. Мы посчитали, что средняя зарплата киевских руководители киевских коммунальных компаний составляет порядка 350 тысяч гривен в год. Со всеми надбавками, премиями и прибавками. То есть, мы будем обеспечивать еще одно подобное предприятие. Ну, посудите сами. Его руководитель будет получать, если это будет примерно такая же зарплата, как и самая большая зарплата, которую мы платим сегодня киевским руководителям, порядка $1000 зарплаты в месяц. Будет ли человек с такой зарплатой самым эффективным менеджером такого большого хозяйства, через руки которого будут миллиарды гривен проходить? Это вопрос. Поэтому... Що робити? От, пане Леоніде, дійсно, я розумію, ці всі моменти, вони дійсно досить об'єктивні. Але ви знаєте, вони хоч і об'єктивні, але мало хто о них знає та дає собі відчет. Наприклад, коли ми назвали ці цифри, посчитали їх, направили депутатські звернення от по тим цифрам, про які я зараз вам говорив. Середні зарплати, середні платежі від комунальних підприємств, платежі від цієї компанії «Київенерго», яку ми отримали по договору. І озвучили їх першому заму господину Кличка Геннадію Плісу. Він удивився, він розвів руками. Неужели? На самом деле решение принимается иногда без экономических просчетов и расчетов, и без глубокого понимания проблемы. Просто как-то так ура-патриотизм нами иногда руководит. Это плохо. Нужно последствия таких сложных решений продумывать. На мой взгляд, коммунальный оператор – это не есть решение. Решение, как вот недавно только что мы слышали, господин Пантелеев говорил о том, что мы рассматриваем это как переходный период создания коммунального оператора, и будем искать концессионера, желательно, конечно, чтобы это был иностранный инвестор с профильным опытом и с какими-то достижениями. Насколько у нас великие шансы того, что действительно у нас... Вот вопрос. Видите, мы Одесский припортовый завод уже третий год пытаемся найти международного инвестора, пока не получается. С такими долгами, которые за этой компанией пойдут, и с тем, что уровень платежной дисциплины в Киеве упал, компания генерирует убытки, а не прибыль. Я сомневаюсь, что мы сможем найти того, кого хотим. Мы можем просто унаследовать проблему и эту проблему усугубить. Поэтому, возможно, заставить Киевэнерго отвечать в этот тяжелый период, когда компания уже прибыль не приносит, а приносит убытки, было бы более выгодно для Киева сегодня, чем брать эту проблему и а ви бачите шлях? З больної голови на здорову перевалювати. Ну так, грубо кажучи, комунальний власник не завжди найефективніший дійсно менеджер, ну якщо так же відверто говорити. Однак, ви бачите дійсно, що такий шлях, він можливо буде розглядатися? Чи все-таки ви бачите, що більше переконання того, що це буде одразу повернення до комунальної власності? Ви знаєте, як не парадоксально, общественное мнение в этом вопросе оказывает домінирующее влияние при прийнятті рішень. Але ми можемо зрозуміти людей. Общество, я не зря столько времени пытаюсь уделить этому вопросу. И начал с того, что мы совершенно оправданно
недовольны работой этой компании. Так, так. Но людей можно зрозуметь. Это экономическая закономерность. Вот если бы мы смогли обеспечить конкуренцию на этом рынке, вот задача, которая действительно стоит того, чтобы ее заняться, тогда бы мы сразу увидели и повышение качества услуг. В отсутствии конкуренции и на монопольных рынках качество услуг всегда плохое. Поэтому следовало бы, конечно, инструментами другими добиваться того, что называется подотчетности этого оператора. Кто може скласти конкуренцію? Ви бачите, що можливо дійсно на базі... Це слишком сложный профессиональный вопрос. Это надо знать этот рынок теплогенерации и знать, насколько технологии... На комунальному рівні, на рівні міста ми не можемо скласти ніяким чином конкуренцію. Мне трудно на него ответить. Я не знаю. Это специальный экспертный вопрос. На него должны дать ответы эксперты. Но я точно знаю, что в Европе вопросом организации конкуренции на рынках, которые ранее оказались монопольными, уделяется очень большое внимание. И там люди могут получать платежки за потребленное электричество даже от нескольких разных компаний. А город может иметь нескольких операторов теплогенерации. Там как-то это добиваются такого эффекта. Почему в Киеве никто так вопрос не ставит? Может быть, потому что это слишком сложная задача, которую избирателю так быстро не продашь. А вот... Пане Леоніде, от з менеджерської точки зору, які наслідки того, що дійсно Київенерго перейде до комунальної власності? 700 мільйонів гривень задолженості – це перше последствие. Так. И убытки, которые генерирует эта компания ввиду низкой платежной дисциплины, это будет проблемой уже коммунальных властей, которые, скорее всего, будут покрываться за счет тех, кто платит из бюджета, просто будут вытаскиваться деньги. Так, дякую дуже. Я вам дуже дякую, що саме таку точку зору ви озвучили. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про питання власності в нашому місті. Я нагадаю, що пан Леонід Антоненко є головою постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Будь ласка, долучайтеся. Ну і також я запрошую до нашої розмови всіх жителів Голосіївського району. Будь ласка, жителі Голосіїво, ми також запрошуємо вас долучатися з вашими запитаннями. Чекаємо ваших дзвінків. Пане Леоніде, і все-таки трішки хочу поговорити дійсно про Голосіївський район, тим паче, що займалися ви, ну, можна сказати, навіть і господарськими питаннями, хоча пов'язані вони були з профілем вашої комісії. Це стадіон Голосіївського ліцею, гучна така дійсна історія з приводу того, як і збирали підписи громади для того, щоб не можна було приватизувати цей стадіон. Розкажіть, які результати, чи задоволені ви взагалі дійсно результатами цієї історії? Прошу. Я буду удовлетворен тогда, когда стадион будет модернизирован, пускай за счет средств инвестора. Идеально было бы, если бы мы нашли те 15 миллионов гривень, которые у нас сегодня бюджетируются на ремонты стадионов, на одну школу. Умножьте это на 30, вернее, на 300 по количеству стадионов школьных по всему городу, и вы получите ту сумму, которая необходима из бюджета для того, чтобы модернизировать стадионы и спортивные площадки при школах. К сожалению, такой суммы нет. То есть, когда у нас валятся мосты, все свободные средства направляются на инфраструктурные вещи. Да? Стадионы – это потребности не первого, даже не второго порядка сегодня, к сожалению. В такой ситуации нам приходится прибегать к услугам инвесторов, так называемых, и мы говорим о приватно-публичном партнерстве. Что такое это партнерство? Это когда находится... Давайте мы от перед тем, как действительно про это поговорить, потому что такая тоже дискутивная тема. Не все действительно погоджуются с тем, что инвесторы мають потом опікуватися саме стадионами шкільними. Хочу, чтобы вы пояснили вашу саме точку зору. Однако повернемося до самого початку питання. С чого взагалі почалася история этого стадиона? История началась с того, что инвестора этого конкретного, который посмотрел на стадион Голосіївського ліцею, это Печерская международная школа. Школа с именем, школа, в которой большое количество очень влиятельных в Украине людей учат своих детей. Так. Школа, которая не хотела бы, насколько я понимаю, впутываться ни в какие истории, которые бы негативно повлияли бы на ее репутацию. Школа, которая ценит свою репутацию. И, на мой взгляд, просто какие-то авантюристы в КМДА предложили им сценарий этого публично-приватного партнерства, абсолютно неприемлемый, влекущий приватизацию школьного стадиона. Поскольку инвестор, знаете, ему, если власти предлагают, он себе и делает то, что ему предлагают. Как депутат этого округа и как человек, который на этом стадионе по утрам бегает, извините, я, конечно, не мог принять такой подход. Да? Это неправильно. Ну, потому что вы уже тут выступали с точки зрения громады. Я возле этого стадиона последние 10 лет прожил. Я вижу каждый день его из окна своего дома. Поэтому приватизация стадиона абсолютно безумная идея. Она состояла в чем ее... Наслідки, так. Как идея была преподнесена? Инвестор
вкладывает в создание своего собственного стадиона, расположенного на этой территории школьной. Угу. И дальше он соглашается с тем, что в какое-то время лицеисты, ученики Голосеевского лицея, будут использовать его стадион наряду с его воспитанниками, угу, с воспитанниками Печерской международной школы. Так-так. При этом стадион закрывался от громады, и люди, которые там вот бегали по утрам или по вечерам, либо в субботу, либо в воскресенье, им доступ уже к этому стадиону закрывался. Так. Це традиційна доля всіх таких подібних моментів, коли дійсно стадіон реконструюється. Ми отримали за два дні 289 підписів жителів мікрорайону. Вчора у мене на прийомі були люди, молоді ребята, які там займаються на цьому стадіоні. Вони говорили, що ми розуміємо школу і бажання батьків, які в Голосіївському ліцеї навчають своїх дітей, обезпечити для них хороший стадіон. Но мы сами в прошлом году еще были этими детьми, а в этом году, получается, когда мы закончили школу, для нас этот стадион закрывается. Неужели по-другому нельзя найти решение этой проблемы? К счастью, можно. Я встретился с Джоном Бернсом, это директор этой школы. Угу. Ранее мы общались с его помощниками-украинцами, господин Бернс австралиец, и он прекрасно понимает, что с громадой нужно находить общий язык. Мы с ним поговорили об этом. Он абсолютно понял все те вещи, которые нас беспокоят. Мы не ставим вопрос о том, что приватно-публичное партнерство по развитию стадионов неприемлемо. Наоборот, я, например, считаю, что за этим будущее. И первые 10 лет, когда Киев испытывает такие сложности с финансированием, мы могли бы попытаться решить эти проблемы за счет частных инвесторов. Суть идеи состоит в том, что они получают стадионы в аренды долгосрочную, угу, уплачивают за него арендную плату и имеют инвестиционные обязательства по его восстановлению и модернизации. Вкладывают те самые 160 тысяч долларов, о которых в данном случае идет речь, значительно меньше, чем в бюджете запроектировано. Так. В бюджете сумма в три раза выше, чем та, которую оценивает частный инвестор, которая необходима для осуществления таких работ. Тобто вже дійсно закладені, можна сказати, в три рази економія. Тобто, коли ти тратиш собственні гроші, ти бачиш, як ефективніше їх потратити, в три рази більш ефективно, ніж комунальна структура би потратила. Це, якраз, кстати, вопрос о том, хто ефективніше управляє имуществом. Так. Пане Леоніде, але побоювання. Тому я хотів би, да, закінчити по отношению побоювання. Інвестор должен получить возможность использовать этот стадион только во внеурочное время, и он обязательно должен выделять время для того, чтобы громада могла получать доступ к этому стадиону. Платный это будет доступ или бесплатный, я считаю, что инвестор должен как-то с этой громадой устанавливать добрососедские отношения и находить способы, как кому-то там, например, речь идет о беговых дорожках, я уверен, что никто не будет продавать право бегать на беговых дорожках. Если речь идет о том, чтобы там поиграть в футбол на самом стадионе, я уверен, что если придет дворовая команда детишек, никто не будет с них брать денег, им их можно будет сказать, что там вот этот ваш час, вы всегда можете получить доступ. Если придут взрослые люди, которые могут там сброситься по 30-40 гривен для того, чтобы погонять какой-то командой, корпоративной командой, либо дворовой командой футбола, для них это тоже будет решение, тому що у них буде якісний стадіон непосередньо близості від того місця, де вони живуть. Ну, головне, щоб воно дійсно почало таким чином працювати, тому що ви знаєте, що у нас зазвичай забудовники якимось чином по-інакшому починають собі маніпулювати цими моментами. Ми ще продовжимо цю розмову, давайте послухаємо запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день, раді чути. Мене звати Марія Федорівна, я проживаю по проспекту Червонозорній 140, квартира 5. Я декілька разів зверталася до нашого депутата Леоніда Васильовича, його помічники навіть заяви не приймали. І ніякої відповіді, я спросила Київраду, ніякої відповіді я не почула. Питайте прямо зараз в прямому ефірі. Так. Провалюється в нас квартира, про це знають всі. Київраді, комісії тисячі приходили. У нас квартира, підлога, уже десь на 40 градусів провалилась. Ми скоро будемо на першому поверсі. І до кого не зверталися, ніхто не звертає увагу. Стеля теж провалюється, тому що 30 років протікає криша. Я до вас зверталася. Ніхто, нічого. Яка доля нашого будинку там? Так, пані Марія. І квартири. Це страшно. Я прошу, хай прийняти. А через що воно провалюється? У вас яке будівництво? Нашому будинку 120 років. Жодного ремонту, такий ремонт, як ми тікуші робили в квартирі, все. А
поняло. Тобто, пані Марія, це просто технічна проблема, у вас там жодного будівництва поряд немає, яке цьому могло там сказати? Будівництво є поряд якраз, і оце після того будівництва, до нас вообще швалюється, у нас вообще там, будівництво 3 метри від нашої іменно квартири, так, ми з боку будівництва живемо. Ну, я зрозумів проблему так, що там провалюються так, дуже стелі. Дуже дякуємо. Дякуємо, пані Марія. Через те, що це дом, якому вже багато років, і він потребує капітального ремонту, але цей ремонт не проводиться. Це також проблема. От сьогодні ми почули звіт комісії бюджетної про те, як вони використовують кошти. Вони кажуть, що 700 мільйонів гривень вони витратили минулого року на капітальні ремонти. Але я взяв два під'їзди на вулицю Потєхіна. В кожній з цих під'їздів було потрачено по 500 мільйонів, по 500 тисяч гривень на те, щоб їх там покрасити і привести в порядок. Такий косметичний ремонт. Получив смету по депутатському запросу подробно. Мені дали по кожному під'їзду таку таміну на 45 страниць смети. Да? І мені здається, що є окремий бізнес, який производить вот ці смети. Їх прочитати простому чоловіку абсолютно невозможно. И дальше я просто нашел экспертов, которые бы вникли в эти сметы и прокомментировали мне, действительно ли требуется 500 в одном случае, а в другом 750 тысяч на то, чтобы сделать эти ремонты. Мне сказали, что тут у вас написано, что 3 слоя краски положено в этом подъезде, в действительности 1. Тут у вас написано, что работало 4, а работали максимум 1 человек работал. То есть смета, сказали, накручена процентов на 45, а то и на 60. Вот откуда и дефицит тех ресурсов, которые, как я уверен, что это избирательница моя, и сказали, что ваш дом старый, вы должны тоже иметь какие-то свои собственные деньги, так, чтобы его поддерживать. Не все можно добиться за счет средств местного бюджета, средств не хватает. Зазвучу. А если бы не воровали, то на все бы хватало. Но чем я могу в данном случае конкретно помочь этому избирателю? Настаивать на том, чтобы этот дом был включен в адресный перечень тех объектов, на которых будут проводиться эти ремонты. Но просто я боюсь, что когда там реальная проблема, то все 500 тысяч придется использовать до копейки для того, чтобы эту проблему восстановить. Намного проще в этот список внести такой подъезд, который можно за 1150 восстановить, а написать, что ты потратил 500. И вот с этими проблемами, конечно, только правоохранительные органы могут справляться. Депутат не может привлекать к ответственности людей, которые просто воруют коммунальные средства и на проблемы мэрии, нашей избирательницы, просто им наплевать. Я дуже дякую, пане Леоніде. Ми до нашої розмови повернемося вже після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатського приймання. Пан Леонід Антоненко, представник депутатської фракції «Самопоміч», сьогодні є гостем нашої студії. Нагадаю, що пан Леонід є головою постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож, будь ласка, 223-081. Ми чекаємо запитань на тему профільну саме цієї комісії. І також запрошую всіх жителів Голосіївського району також долучатися до нашої розмови, тому що саме Голосіївський район – це та частина міста, якою опікується пан Леонід. Тож, будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших запитань. З вами, пан Леонід, де я хочу продовжити розмову з приводу питань дійсно вашої комісії. Досить часто, коли ми взагалі спілкуємося з представниками вашої комісії, ми заводимо мову про те, що чи дійсно виправданим є алгоритм роботи цієї комісії. Взагалі не тільки цієї, взагалі постійна комісія Київської міської ради, однак комісія з питань власності, вона безпосередньо стосується людей, які хочуть якимось чином принести кошти до бюджету міста. На вашу точку зору, ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Зовсім не ефективно, на мій погляд. Є якісь об'єктивні факти, які можуть про це говорити? А не ефективно, тому що ми просто нарушаємо закон. Посмотрите, комісія депутатська, її задача стоїть в тому, щоб готувати рішення Київради. Вспомагательна функція. Вместо того, щоб займатися підготовкою стратегічних рішень, Київради. Мы занимаемся совершенно другими вещами. Мы вмешиваемся в оперативную деятельность администрации. Мы не занимаемся анализом, мы не занимаемся мониторингом, мы не занимаемся стратегическим планированием, мы занимаемся принятием ежедневных решений по вопросам, например, аренды. Большую часть нашего времени депутатского в этих комиссиях мы тратим на то, чтобы одобрять арендные решения, предоставить в аренду, продлить арендный договор, внести поправку в арендный договор. Зазвичай вы погоджуете. И касается это вопросов, например, разместить где-то, я не знаю,
на одном квадратном метре автомат по продаже кофе. Это тоже решение депутатской комиссии, состоящей из 11 депутатов. Это просто смехотворно. Теперь мы взяли за прошлый год, посчитали статистику. Так. Мы рассмотрели 2183 вопроса, касающихся аренды. Вот таких вот локальных, местцевых, крапковых. Локальных, крапковых, местцевых вопросов. При этом большое количество вопросов осталось нерассмотренным. Угу. У нас вот на сегодняшний момент из 1500 вопросов мы рассмотрели всего 900. 600 вопросов числятся как такие, которые переносятся с заседания на заседание, потому что мы просто не успеваем к ним подойти. Тобто це все люди, які... Смотрите дальше. Из этих 2183 вопросов только в 1% случаев, 1%, мы отклонили поданное администрацией предложение. Еще в 1% мы не набрали необходимого количества голосов. То есть КПД нашей деятельности 2%. И я задаю вопрос своим коллегам-депутатам. Скажите, пожалуйста, что бы произошло в городе, если бы эти 2% решений были приняты без нашего, в том виде, в котором бы администрация нам их подала? Давайте посмотрим, насколько это важные и существенные вопросы. Мы их большинство, мы их отобрали все и опубликовали на сайте комиссии. Пускай бы киевляне зашли и посмотрели, что же мы там такого выудили за целый год работы, да, усиленной. Что нужно было действительно отхилить. Действительно ли оно стоило того? Потому что вопросы, которые резонансные и которые несправедливые и неправильные, там, как правило, там им приделывают ноги этим вопросам, и так или иначе, не мытьем так катанием их продавливают. Угу. А вопросы какие-то, которые, на мой взгляд, не стоят выеденного яйца. Может быть, имело бы смысл вмешаться на этапе, когда люди подают жалобы, или как-то истребовать вопрос для особого... Когда уже есть суть. Когда есть какой-то конфликт, который нужно разрешить. Да? Угу. В большинстве случаев это обыкновенные рутинные управленческие процедуры, и мы ставим штамп своего одобрения поверх этих решений. А часто штамп этого одобрения не позволяет вскрыть потом в последующем нарушение, потому что ответственность размывается. Чиновник не зрозуміло, хто має нести відповідальність. Конечно, чиновник будет кивать на нас, как один из депутатов, которые одобрили, а депутаты будут кивать на чиновника, они скажут, у нас 2000 вопросов, это один из них, у нас было полминуты на то, чтобы его одобрить, мы одобрили. И это будет круговая порука безответственности, никто ни за что отвечать не будет. Поговоримо про вдосконалення ефективності після запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрый день. Добрый день, ради чего ты? Леонид Васильевич, прошу прощения, я нашел соседки, я уже адрес дал редакции. Моя соседка Попова Пелагея Федотовна не смогла прожить зиму у себя дома, так как нету света, нету воды, нету газа в центре города. Это Цимбалов Яр 12, квартира 3. Какая улица? Цимбалов Яр 12. Угу. Да. Это частный сектор. Частный сектор. Так что там переулок есть, а это улица рядом тут ментовкой. Угу. Наша милиция ничем не занимается, абсолютно. Хотя бы вы один раз на прием побыли бы, когда начальник района дело принимает. Я уже где только не был, у Крищенко был. И каждый... Так, месяц... скажите, какое конкретное прохание? Конкретное прохание, потому что банда орудует, квартиры забирает. Дома забирают, землю забирают, орудуют по Киеву банда. Вот что. А уголовные дела открываются и закрываются. Почему это так? Я не могу понять. Вы как депутат, как можно до вас подъехать? Дякуємо дуже за дзвінок, але ж ви маєте також розуміти повноваження депутатів Київської міської ради. Прошу, пане Леоніде, в межах ваших повноважень, тим чином можете допомогти в цій ситуації? Ну, трудний вопрос. Дійсно, вопрос переслідування банд не входить в мої повноваження, і попитатися впливати на правоохоронні органи, щоб вони виконували свою роботу, ми можемо тільки депутатськими зверненнями. Якщо... избиратель мой считает, что такое мое депутатское звернение может помочь чем-то, то, конечно, помощники сядут, обобщат все эти факты и напишут дополнительно еще и с моей подписью такое звернение мы направим с тем, чтобы привлечь внимание к проблеме. Возможно, решением проблемы для этого конкретного пожилого человека было бы... Я понимаю, что она живет в доме в довольно престижном районе города, и она живет там одна. Поэтому она, возможно, и подвергается этим нападениям. Там, возможно, их вредители отключают электричество и так далее. Так, пытаются склонить ее к тому, чтобы она поменяла этот дом там на квартиру или еще на что-то. Абсолютно недопустимые вещи, но
каждый человек делает свой собственный выбор. Если человек привык жить на земле и жить в центре города, то значит, надо уважать его право. Так, дякую дуже. Ну, тим не менш, я думаю, що дійсно редактори записали номер телефону, потім можна сконтактуватися з вами, депутат. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про проблеми Голосіївського району міста Києва. Будь ласка, долучайтеся, жителі Голосіїва, ми чекаємо далі ваші дзвінки. І також я хочу нагадати, що пан Леонід, він є головою постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Будь ласка, на тему цієї комісії також долучайтеся, ми будемо раді вас почути. Пан Леоніде, і от, до речі, якщо вже дійсно ми почали говорити взагалі про національну поліцію, якось таким чином хочу повернутися все-таки до питань вашої комісії. Розкажіть, ми також неодноразово і впродовж минулого року говорили про те, що будівлі, які займають подібні інстанції, вони мають сплачувати орендну плату. Чи прийшла Київська міська рада дійсно до офіційного такого рішення? Прийшла. Це нам вдалося дуже складно. Більше року. Впродовж року ми про це говорили, дійсно. Ми согласовували этот документ, и, наконец, в марте месяце мы его приняли, или в конце февраля, уж точно не помню, он скоро будет опубликован. Суть документа очень простая, 150 тысяч квадратных метров, в которых сегодня расположены органы государственной власти, в том числе национальная полиция, и да. Суды, и налоговые, и прокуратуры. Они получили эти помещения часто в самом центре города, Владимирская 15, например, флагманское такое здание напротив гостиницы «Хаят». Получили это коммунальные помещения, и по закону мы имеем право получать арендную плату 3% от их рыночной стоимости в год. Так. Вот, мы посчитали, что за год может накопиться где-то около 100 миллионов гривен. Для местного, для бюджета нашего 100 миллионов – это как раз те самые средства, которые могли бы пойти для той избирательницы Марии, которая позвонила нам первой, для того, чтобы отремонтировать ее потолок или ее проваливающийся пол. Угу. А сегодня эти деньги мы не получаем, и для этих государственных органов сделано исключение из закона, и они получили бесплатно, бессрочно… Бесплатное пользование. Користування, так. Да. Я инициировал пересмотр этих подходов, и решение принято. И с 1 января 2018 года все они должны будут уплачивать арендную плату, либо если они откажутся от каких-то помещений, поскольку это будет не по карману, например, то такие помещения мы выставим на открытый свободный арендный рынок и, возможно, сдадим их как офисы, а офисы – это 15%, в 5 раз больше, чем для размещения офисов государственных ведомств. Угу. Расскажите, чи бачите ви вже, що є якісь ті чи інші відомства, які дійсно не зможуть сплачувати цю оренду плату? Мы пока не знаем. Мы дали довольно продолжительный переходный период, 9 месяцев у них есть для того, чтобы провести рыночную оценку, посчитать, в какие суммы обойдутся им эти помещения, пролоббировать выделение этих средств в государственном бюджете и дальше принять решение, готовы ли они по таким суммам арендовать, либо там найдут другое для себя решение. Я не уверен, например, что здание на Владимирской 15 непременно должно заниматься государственными ведомствами. Возможно, оно бы могло получить коммерческую эксплуатацию, а государственные ведомства нашли бы себе более скромные помещения в пустующих наших бизнес-центрах класса «Б», в котором они бы тоже... Це була б така велика зміна, тому що вже всі звикли кияни, що дійсно саме це приміщення, воно і належить саме, ну, як ви зазначили, дійсно, це Володимирська 15, всі знають, що це поліція, і традиційно цим так переймається. Це було важке рішення, дійсно, про яке ми говорили вже дійсно рік. Скажіть, вже після того, як Київська міська рада прийняла його, були якісь там, знову ж таки, погрози, утиски, чи якісь інші моменти? Ще рано, тому що ж, тобто ви чекаєте? Вступить в силу це рішення полноценно с 1 января будущего года, 18-го. А сейчас, я думаю, будут попытки как-то свернуть его, там, отменить, внести конкурирующее решение. То есть вы еще 9 месяцев маете тримати оборону? Надо, да, его защищать еще дальше. Угу. Так, дякую. Будем далее про него говорить, звичайно. Слухаємо вас. Добрый день. Доброго дня. У меня такое питание. Раньше для громадських організацій, для благодійних фондів на приміщення надавалися на пільгових умовах. Зараз чомусь це не практикується. Для гендевиків, для торгівців приміщення є, для благодійних організацій нема. Скажіть, будь ласка, чому так і що робити, щоб було навпаки? Дякую. Так, дуже дякуємо за таке запитання. Влучне запитання. По профілю нашої роботи. Очень хороший вопрос. Ми, напротив, підтримуємо подлинні общественні організації і довольно часто навіть відступаємо від строгих требувань закону. У нас, наприклад, коли ізучається спрос на поміщення і
общественная организация на него претендует, наряду с ней коммерческая организация подает свое заявление и готовая уплатить в 3 или 4 раза больше за такое помещение, мы должны были бы в такой ситуации объявлять, тем не менее, конкурс и позволять определить этого участника, победителя конкурса, именно в тендерной конкурсной процедуре. Понятно, что общественная организация проиграла бы. Поэтому часто депутаты, вникая в подробности того или иного случая, когда приходит общественная организация, когда за нее большое количество поручителей, когда она приносит свои результаты своей работы, мы не объявляем конкурс и передаем это помещение общественной организации без проведения конкурса. Я с большой неохотой лично голосую за такие решения, потому что они нарушают закон. Следовало бы изменить закон для того, чтобы в таких ситуациях мы могли бы в рамках закона оставаться. Так, але коли ми ще минулого разу з вами проговорювали це питання, ми говорили про те, що має проводитися якась перевірка, дійсно. Вот, а это, видимо, то, о чем говорит дозвонившийся к нам избиратель, потому что в большинстве случаев мы теперь не отдаем помещение бесплатно, даже если обращается общественная организация. Мы такую организацию направляем на профильные комиссии. Если это организация, которая занимается реабилитацией участников АТО, мы направляем на комиссию по вопросам здравоохранения. Мы хотим получить подтверждение того, что организация действительно занимается общественной работой, а не просто вчера зарегистрирована, и просто в силу того, что она называется благотворительная организация, по своему названию, она претендует на льготы. Мы обнаружили в ходе деятельности нашей комиссии, что в большинстве случаев офисные помещения, которые должны приносить в бюджет 15% их рыночной стоимости в год, приносят 1 либо 4% их рыночной стоимости в год только потому, что заявители просто перерегистрировались в общественную организацию. Никакой общественной деятельностью они не занимаются. А проводится какой-то аудит, чтобы мониторить? Не проводится. У нас сегодня по ныне действующему законодательству достаточно подать устав, и это, собственно, все, что требуется. Угу. Мы начинаем отступать от этой практики, и на самом деле то, что дозвонился заявитель и говорит, что есть с этим определенные сложности, это означает, что эта политика начинает работать. Працюю, недостатком является то, что точных критериев пока нет. Я противник того, чтобы в таких вопросах на глазок определять, как там депутаты посмотрели и как их убедили. Иногда костюмированные шоу, как мы их между собой называем, приходят люди разодетые там, в какие-то камуфляжи. Когда ты задаешь какие-то более подробные вопросы, вы реабилитацией будете заниматься? Да. А расскажите, пожалуйста, кто у вас в штате состоит, есть ли у вас люди с профильным образованием, как именно вы собираетесь эту реабилитацию заниматься, что вы уже заработали. Ответов нет, люди обижаются. Обижаться не стоит, но стоит требовать от депутатов разработать критерии. Я, кстати говоря, их уже разработал и подал коллегам на рассмотрение. Угу. Преквалификация, так называемая, общественных организаций, с тем, чтобы льготами пользовались только те, кто действительно имеет на них право. Так, дякую дуже. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене вопрос по Галасіївському району. По проспекту Галасіївському 128, там знаходиться магазин АТБ. І недалеко від цього магазину розкопали Київенерго ще літом, в кінці літа. Вони його толком навіть не закопали, цю яму. Воно там... І постійно там каша якась. І люди прыгають в цю кашу. Выходят по щиколотку грязи. А я, например, инвалид, я туда не могу прыгнуть со своим ходунком. И отходить тоже бывает. Там машины стоят, там еще где-то что-то. Почули, дякуємо. Дякуємо за дзвінок. Я дякую, що ще раз акцентував на цьому увагу, тому що ми розпочинали нашу розмову якраз з того, що ось таким чином кияни реагують саме на діяльність Київенерго. Я ще раз нагадаю, прошу, 223-081, ми далі продовжимо розглядати питання комісії власності, а також ми запрошуємо далі Голосіївський район до розмови. Прошу. Ну, от то, о чому ми з вами починали говорити. Я уверен, що такого роду проблема повинна рішатися на основі штрафу, який накладається существенного штрафу на монополію. Листа за то, что он не ликвидирует последствия своего вмешательства в сеть, оставляя это на усмотрение там, департамента благоустройства или еще чего-то. Это просто, наверное, вопрос на уровне законодательства надо было бы отрегулировать. Потому что на жалобы потребителей монополист никогда не реагирует. Ну, это видно, так, случайно. А поэтому в этой конкретной ситуации нужно его деятельность регулировать и жестко штрафовать. Вот я, например, сомневаюсь, что тот штраф, который, возможно, где-то и предусмотрен, административный, он кого-то в состоянии
состоянии напугать. Депутатам Верховной Рады следовало бы внести существенные поправки в административный кодекс и наказывать такие вещи штрафом, который бы был ощутим. Вот, скажем, несколько миллионов гривен заплатили бы они, пожалуй, избирателя, и случаев нераскопанных таких ям стало бы значительно меньше, я в этом абсолютно уверен. Но вопрос повышения штрафа за нарушение правил благоустройства в таких конкретных случаях, это вопрос, который должен разрешаться Верховной Радой. Так, дякую дуже. Я вам дякую, що знову ж таки зацікавилися саме з таким питанням. Пане Леоніде, повертаючись до питання вашої профільної комісії, знову ж таки, і навіть якщо говорити про стадіони і інші моменти, які стосуються комунальної власності, також є тема, яка вже неодноразово говорювалася, це створення бази, єдиної бази. Розкажіть, чи продовжується взагалі цей процес, чи будуть таким же самим чином створюватися бази, знову ж таки, тих же стадіонів і дитячих майданчиків, і де ви бачите такі недоліки саме у створенні? Ну, с базой это уже просто смехотворно становится, я вам скажу. Вся эта ситуация, она уже даже не смешно, а правда, смехотворно. Правда, уже сколько часов прошло? Не смешно, а смехотворно. Потому что, как выяснилось, каждые 2-3 недели мы встречаемся с разработчиками этой базы, и выяснилось, что они работают на общественных началах. То есть я являюсь человеком, который для них ставит техническое задание на общественных началах. Мои помощники являются для них тестировщиками того, что они делают на общественных началах. И сами они, как выяснилось недавно, тоже работают на общественных началах. Выяснилось, что Юрий Назаров, глава профильного департамента, просто видя, как мы бьемся головой об стенку, да, выделил каких-то людей по старой доброй памяти, которые может это сделать. Делают. Для них, конечно, это не является вопросом первого приоритета, потому что это бесплатная волонтерская работа. И вот мы так черепашьими шажками движемся в сторону создания этой базы данных при полном бездействии департамента коммунальной собственности и того же самого департамента, который возглавляет сам Юрий Назаров. Это просто уму непостижимо, что люди просто одни давно рукой махнули, а другие думают, что вместо того, чтобы попытаться те миллионы, которые выделяются на создание этой базы, направить на правильное русло, в правильные, для того, чтобы создать реально действующий рабочий продукт. Да. Поскольку это в этой существующей системе всей этой бюрократии сделать невозможно, все махнули рукой и просто на общественных началах делают то, что нужно делать. Для меня это, если есть что-то такое в деятельности КМДА и Киеврады, что приводит меня в абсолютно полное бешенство, это вот ситуация напротив, вокруг этой базы данных. Это просто абсолютно немыслимая ситуация. А каким чином вы отреагировали особисто, когда вы действительно столкнулись, я так понимаю, совсем нещодавно с этим питанием, что вы зрозуміли, что таким чином, что кошти фактично, я не знаю... Вначале я очень критиковал департамент и всех связанных с этим вопросом людей, потому что мне казалось, что они получили финансирование и так плохо выполняют свою работу. Не реализовывают кошти. А потом, когда я все-таки направил депутатский СБР, чтобы выяснить причины такого плачевного состояния дел, выяснилось, что никто им денег особо не выделял. И как бы они мне признали, что они просто работают, потому что мы на них давим, им уже просто жалко на это смотреть, и они выделили каких-то людей, чтобы те в свободное от другой работы время занимались созданием базы данных коммунальной собственности. На одну секундочку. Так, при том, что в бюджете миллионы гривен выделяются на ее создание. Куда они идут, никто сказать не может. Так, абсолютно непонятная, непостижимая, ни для какого вообще ума ситуация. Погоджуся з вами, пане Леоніде. От я переконана, що ми наступного разу не досить довго у нас буде перерав з вами до наступної зустрічі. Я дуже сподіваюся, що вже наступного разу, коли ми з вами побачимося, ми будемо про позитивні моменти говорити у всіх цих питаннях, які ми сьогодні з вами сподіваюся також. Я вам дякую за розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом Київської міської ради паном Леоніном Антоненко. На цьому завершимо депутатську приймальню у прямому ефірі. Побачимося з вами вже завтра, незмінно о 14:00. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.